Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджано Самайуктам Биндаванам Манохарам Ванча Калпатару Вашаки Пасинду Вевачо Патитананг Павуне Бхавишна Вибхо Намо Намаха Мукан Кароти Вачаланг Пангунланг Хайтигирим Ядки Патаманг Банди Парамананда Мадава Бриндаван Тулсидев Вайпияви Кесава Саджа Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттама Девин Сарасвати Весам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанича Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Битатихам Панатопал Бхават Дипутам Банде Махапурусвате Чарана Равиндам Ят Пада Паллавана Качандам Аничатая Бисвуржита Кимапикабхудушва Дарши Пурнану Рагара Сасагара Сара Мурти Сарадхи Камай Кадам Каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану Ламмита Бхужау Канука Бодату Санкитаной Капитару Камала Хатакшу Вишам Бару Дижа Бару Джугадхар Мапалу Банде Ягат Приякару Каруна Батару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин чамуктин чадада синитам Бхавану рупена сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гоури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманга мада пухарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджушо Падани Лакшми Риджаса Чавакшаши Ясястихиде Самби Пам Нисингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама.
Hare Ram, Ram Ram Hare. Преманжана чхрита бхакти вилоченена Сантаха садейва хидаешу вилокаянти Янг сяма сандарам ачинта гуна сарупам Говиндам ади пурушам тамахам бхаджами Преманжана чхрита бхакти вилоченена Сантаха садейва хидаешу вилокаянти Ям сяма сандарам ачинта гуна сарупам Говиндам ади пурушам тамахам бхаджами. Гаурия Гоштхипати Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Jagadguru told that Paratpara Akhileshwar Си Гаур Сундар Гаудия Гоштхипати Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что Гаура Сундар, он показал нам наилучший вид баджана, и в итоге он хотел показать нам великолепие Рада Анугати, Манджари Бавы и все остальное. На самом деле Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, он хотел рассказать о всем сокровенном, но весь мир он занят какими-то материальными наслаждениями, так много анартх и прочих нежелательных качеств, и они чувствуют так много влечения к материальным вещам, к материальным наслаждениям, что Шрила Прабхупад не смог ничего рассказать, то, что он хотел сказать нам. Иногда Шрила Прабхупад был вынужден сказать, что та причина, по которой я пришел в этот материальный мир, чтобы даровать это сокровенное сокровище, но я не смог дать его полностью, поскольку я не нашел никаких достойных личностей, которые могли бы принять это знание. Но смотрите, его спутники не берутся в расчет, какие-то другие люди. Мы знаем. Attain the final goal. Final goal means Krishna Prema. Krishna Prema also under the guidance of Radharani, Manjari Anugrahta. Для того, чтобы достичь наивысшей цели Кришна Према, это наша наивысшая цель, но для этого мы должны следовать процедуре, без которой... И вот не следуя этой процедуре, мы никогда не сможем стать успешными. Я говорил об этом снова и снова. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, Випарджая Будди Упаджи Шактир Абхаве. Бхактивинода Тхакур writing in Bhajan Rahasya that those who are not getting appropriate right, adhikar. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в Bhajan Rahasya, те, у кого нет адхикара, нет способности. Вчера я говорил об этом. И вот Верховный Господь, Он хочет сделать для нас какое-то благо согласно нашему уровню, степени, поскольку не каждый может начать совершать Рагануга Баджан. Кто-то совершает Видхи Марга Баджан, это тоже хорошо. А все остальные, те, кто хотя бы внешне следует ведам, они кармаканди. И вот согласно этому Верховный Господь, Он разделил шастры на две части. Первое, те, кто заняты кармакандой, они получают вдохновение следовать своей карме, и парамартхики, те, кто заинтересованы в духовном благе, для них отдельная шастра. На самом деле Веда — это цель Вед, он один, но все же согласно желанию обычных людей, они могут обрести благо от Вед. И вот Бхагаван, Верховный Господь, Он разделил шастры на две части, и те, кто следует духовному пути,
они могут следовать этой парамартхик шастре, и даже среди них так много категорий. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он снова и снова говорит, что есть великая идея за этим, почему Бхагаван разделил это все так. Почему он сделал Варнашрам Дхарму и все остальное. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, есть причина, скрытая причина за этим, почему Бхагаван сделал именно так, чтобы люди смогли найти свой путь согласно своему адхикару, и чтобы занять их в должном пути согласно их адхикару. И поэтому это так было сделано Верховным Господом. Но здесь мы видим также, в Гите мы находим такие слова. И вот четурварна, и вот эти четыре варны и четыре ашрама, они также были разделены самим Верховным Господом, поскольку это было очень срочно. Поскольку если люди не будут следовать варне, а ашраму, а будут следовать своему беспокойному уму, то в этом большая опасность. Если нет никакой системы, в этом случае, в этом большая опасность. День за днем греховные действия могут увеличиться, и чтобы это все как-то контролировать, все население мира, дхарма, это обычное слово дхарма, и вот дхарма значит то, что помогает контролировать, поддерживает, точнее, общество. Но Шрила Бхактивинода Тхакур в Джайва Дхарме пишет, что в материальном обществе можно найти различные дхармы для различных людей согласно их. Они согласно своей дхарме, они все живут, но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, атма дхарма, джава дхарма и бхагава дхарма – это наивысшее, поскольку бхагава дхарма, атма дхарма – это все вечное, это все санатана дхарма. Это не создано никем, это уже находится с незапамятных времен. И это связано с нашей атмой, с нашим духом. И это наивысшая дхарма, а другие дхармы мы не можем с ними спорить, поскольку люди, они следуя своим дхармам, они постепенно дойдут. И потом они почувствуют, что это недостаточно, и что им нужно что-то еще. И поэтому, когда кто-то поинтересован, по-настоящему заинтересован в духовном благе, они могут искать и найти Бхагавад-дхарму. Если они достаточно удачливы, они могут получить шанс следовать всему этому. И вот здесь Шрила Бхактивинода Тхакур, я вчера говорил об этом, это хорошо. Следовать постепенной процедуре. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом. Нехорошо перепрыгивать через какие-то ступени развития, нужно постепенно продвигаться. И в этом случае, если кто-то перепрыгивает, они не смогут достичь успеха, следовать своей свадхарме. И если они нарушают эту свою свадхарму, и вот если вы хотите следовать своей собственной дхарме, это хорошо, согласно вашим прошлым самскарам. Если вы нарушаете это и
хотите следовать какой-то другой дхарме, которая не совпадает с вашей текущей ситуацией, с вашими самскарами, это более опасно. И вот эта шлока значит, вот мы должны помнить то, что говорится в этой шлоке. И вчера я обсуждал плачевную ситуацию, которая происходит во всем мире. Никто, мало кто следует подлинному пути. Кто-то прыгает через какие-то уровни и поэтому теряют свое благо, которое у них есть. Они немного блага имеют, но из-за того, что они не следуют тому, что нужно следовать, они теряют это. И вот в рай Рамананда Самвате, через этот рай Рамананда Самват, на самом деле Шриман Махапрабху, хотя он Парапаракилишвар, Верховный Господь, но все же. Он в форме преданного, он проповедовал эту Вишудда Дарму, Харинам Санкиртан и все остальное. И в различных местах, когда Махапрабху путешествовал по Южной Индии, и он хотел утвердить эту чистую Бхагавад-дарму, Атма-дарму, Према-дарму. И в процессе его путешествия он проходил Видьянагар на границе Андхра-Прадеша и Орисы, и там случился этот Рай Рамананда Самвад. Он встретил Рай Рамананду, и там они обсуждали важные вещи на берегу реки Годавари в Кабуре. Это прекрасное место, и вот Сочетание Махапрабху хотел объяснить глубинное значение нашей Бхагавад-севы. И какова наивысшая цель, он хотел объяснить все это детально, подробно, и поэтому Рамананда Самвад — это очень сокровенное знание, через которое постепенно можно понять, какова процедура, как мы можем продвигаться дальше и такие прочие полезные вещи. Но вчера я говорил, что те, кто, не достигнув своих... И вот, в общем, если кто-то, не достигнув своего адхикара, пытается перепрыгнуть на следующий, то в этом случае они ни артхи, ни парамартхи не получат, а просто все потеряют. И вот... No guarantee. There is no guarantee how and when you can get Ladini Kripas, because Bhakti Devi. И вот когда и где мы получим Хладини, милость Хладини, это неизвестно, поскольку Бхакти Деви, она сватантра, она независима. И когда она прольет милость на кого-то, это вопрос. И вчера я говорил также то, что Яяти и Шабари Риши, так или иначе, они смогли обрести Они смогли обрести ее милость из-за того, что они раньше занимались какой-то хорошей деятельностью, они ошибку какую-то совершили, но их сердце было чисто, и поэтому они смогли осознать все. А те, кто лицемерны, двуличны, то если они пытаются обрести бхакти, пытаются показать, что они на каком-то высоком уровне, хатикар высок, но они не могут обрести милости, в этом проблема. Я могу пример привести, то что что на
пути обретения милости от этой хладини шакти, бхакти, никакая логика не может находиться там. И вот, вот пример с пингала, какая-то пингала, она обрела бхакти, а как? Ей все надоело, и она сказала то, что я глупа. Всю жизнь я занималась непонятно чем. И если я могла бы любить этого Парампуруша, Парапаракилешвара, Шри Кришну, то я обрела бы большое преимущество, а сейчас... Я просто ищу каких-то мужчин, клиентов, а вот эта пингаловеща, это проститутка была. И вот и к ней мысль такая замечательная пришла. И также другой пример, проститутка, которую послал Рамачандра Хан к Харидас Такуру, и в итоге она обрела возможность обрести бхакти. И вот эта Лакшахира, она утвердилась в воспевании святого имени по милости Харидас Такура, и кто и как может обрести бхакти, в этом гарантии нет, когда и кто и как и где. И также пример я могу привести с Найшти к Брамачари, такой Брамачари с рождения, он соблюдал Брамачарию, Шукламбар Брамачари его звали. Он был занят, точнее, обед у него был, что он только молоко пил всю свою жизнь, только молоко пил и ничего другого не ел. И вот он не смог обрести бхакти. В Чайтанья Чаритамрите можно найти упоминание об этом. И Махапрабху был очень гневен, когда этот Шукламбар Брамачари, который только... пил одно молоко, такой обед принял на всю жизнь, и Махапрабху разгневался и сказал, что ты думаешь, что из-за каких-то аскез и просто отказавшись от всей пищи, кроме молока, ты можешь достичь меня и войти в мою расу лилу? Нет. Таким образом Махапрабху отругал его. И вот мы видим, даже такой наштик брамачари с рождения, который столько аскез совершал, но все же он не смог обрести возможность войти в эту расалилу. Эта расалила, она полна расы, но его не допустили в эту расалилу. И вот Махапрабху говорит, громко он говорит, что те асуры, те демоны, они тоже совершают аскезу, толку от этого. Хираньякашипу совершал так много аскез, но что в итоге случилось? Он совершал такую аскезу, про которую Брама сказал, что раньше никто не делал ничего подобного, и в будущем такое не повторится. На бутам, на бавишяти. Но все же, что случилось в итоге? Этот Хираньякашипу только был занят какими-то материальными вещами, лабхой, пуджей, пратиштхой и всем остальным материальным. И наша ситуация тоже похожа на эту. Мы, к сожалению, кто-то имитирует только. Как кто-то может сказать, что Махапрабху что-то сказал в Видьянагаре, что это внешнее, говори дальше, глубже, и это внешнее, давай, говори дальше. И кто-то может имитировать только Махапрабху, но мы забываем, что Махапрабху, он олицетворение Тринад Апи Суничина Бабы, даже Шрила Прабхупад, Бхактивинод Такур, они все олицетворение Тринад Апи.
полностью, а не олицетворение этой шлоки, поскольку рададасия, те, кто пытаются совершать рададасию, и то, чьей целью, и те, чьей целью она является, они уже утвердились в этом смирении, в Тринадапи Бхаве, и это естественно для них. Но мы привыкли говорить, что это внешнее, давайте дальше, глубже. И таким образом мы имитируем Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы показать, что мы какие-то возвышенные саду, но кто-то вот ничего не знает, только пытается имитировать Махапрабху, что это внешнее. Говорите дальше, но такие люди, как правило, не могут показать и доказать, что у них есть какое-то право, какие-то качества. И просто они говорят, что это внешнее, то внешнее, но в своей жизни ничего не могут сделать. И как я приводил пример с одним попугаем, его хозяин научил, чтобы тот говорил какую-то мудрость. И вот они жили рядом с лесом. И иногда приходили охотники на охоту за зверьми и птицами. И вот хозяин этого попугая дал ему такой урок. Что когда кто-то приходил, чтобы попугай говорил, что тут охотник может прийти, сеть поставить, поймать вас, и поэтому будьте осторожны. И вот на хинди этот попугай так говорил. И вот этот попугай всех предупреждал, чтобы они были осторожны, смотрели, поскольку сеть может быть поставлена охотником. Но этот попугай не имел никакого представления, о чем он говорит. У него не было чувства, просто говорил то, что запомнил. И вот таким образом однажды один охотник пришел, поставил сеть и хотел поймать попугая, поскольку тот был не на цепи, а выглядел как дикий попугай. И охотник приманку положил для этого попугая, чтобы тот соблазнился и попался в сеть. И вот когда этот попугай увидел приманку, он прыгнул в сеть, поймался и, сидя в этой сети, все равно этот попугай продолжал говорить, что будьте осторожны, тут охотники ходят, сети ставят, можно попасться в них. И вот, несмотря на то, что он там находился, он этого не понимал. И наша ситуация тоже иногда похожа на это, из-за того, что у нас нет желания начать чистый баджан. А те, кто действительно заинтересованы начать чистый баджан, они должны следовать постепенной процедуре развития, которая описана в Бхакти Расамрита Синдху, Джайва Дарме, Чайтанья Шикшамрити, Махапрабху Шикши, это все можно найти. И вот сейчас суть в том, Шудда Бхакти, чистая практика преданности, мы не хотим ее начать. Мы заинтересованы в том, чтобы показать, что мы достигли каких-то высоких качеств Адхикара, и только вот кто-то это только узнал сердцем. Нет, то есть у кого-то нет такого чистого желания совершать практику чистой преданности, а просто что-то внешнее хотят. И в Бхагавад-гите
где описываются основные предваряющие вещи. Кто-то говорит, что Гита слишком проста, ее не нужно изучать, но такие люди не знают, что если у них нет представления о Гите, они никогда не смогут стать успешными. Они думают, что это какой-то детский сад, но нет. Гита, она очень важна. И если у них они не утвердились в Гите, то это, поскольку это Гита подобно фундаменту, а все остальное потом может просто развалиться, как здание без фундамента. И вот когда Бхагаван Шри Кришна говорит, и вот там Кришна говорит, что может спасти нас. Вот в этой шлоке «Сарва дарман паритет джамамакам шаранам враджа» — то, что для этого мы должны оставить все виды дхарм. А следующая строчка значит, что мы должны полностью предаться только Кришне, полностью, на 100%. Только Ему одному. «Мамакам» значит полностью, без остатка. Мы должны предаться Его лотосным стопам, а «Сарва дарма» значит различные дхармы, которые вы следуете. Иногда кто-то следует какой-то манадхарме, своему уму, социальной дхарме, телесной дхарме или еще какой-то дхарме. Но Бхагаван Шри Кришна, он говорит, что любые дхармы вы должны оставить и предаться Ему одному. И из-за этого это не будет никаким грехом, если отказаться от всего ради Кришны. И вам не нужно жалеть об этом. Кришна спасет нас. Но эти слова значат, что мы должны оставить все. И «Мамакам шаранам враджа» значит полностью предаться только Кришне. И мы должны зависеть от лотосных стоп Шри Кришны полностью. Только и только мы должны зависеть от Кришны, и это зовется предание. И это предание, как мы можем ожидать от кого-то, когда кто-то предается лотосным стопам Кришны, то автоматически это становится Бхагавад-дхармой. Смотрите, пытайтесь понять. Когда вы оставляете все виды дхармы, то это... Пока вы следуете и исполняете это условие, что только Кришне, то в этом случае вы должны предаться только Кришне на 100%, никаким полубогам, никому, только Кришне. И вот эта шлока значит, что и не должно быть никаких других посторонних желаний, и тогда это будет Бхагавад-дхарма. И вот Бхагаван Шри Кришна, он дает нам такое наставление следовать Бхагавад-дхарме и ничему иному. И в чем же великолепие Бхагавад-дхарма? Бхагавад-дхарма — это такая уникальная дхарма, что если вы следуете этой Бхагавад-дхарме, то вам не нужно думать о своих обязанностях и всем остальном. Поскольку если вы оставите это все ради Кришны, то никакое наказание не придет. Но если это сделать лицемерно, то тогда да, тогда будет наказание. И вот в чем же великолепие Бхагавад-дхармы. Hey Rajan, Parikshit,
И вот если кто-то принимает прибежище и следует этой Бхагавад-дхарме всем сердцем, то они никаких дурных результатов не получат и не будут наказаны, поскольку и такие люди, они находят, предавшиеся люди, они находятся под полной защитой Господа. И эта Бхагавад-дхарма, она защищает их. И тогда нет никакого варианта пасть, поскольку это Господь заявил, что это Его обязанность. Если мы полностью предадимся Ему, то Кришна, Он позаботится о нас. Это последнее наставление Гиты. Какие-то так называемые ачарьи говорят, что это очень просто все, и не нужно этому следовать. Что это какие-то основные предваряющие вещи, но они забывают то, что там, где Бхагавад-гита, я знаю, там, где Бхагавад-гита заканчивается, там, где последнее наставление Бхагавад-гиты, оттуда, с этой точки, Бхагавад-дхарма начинается. Они забывают об этом, что где Бхагаван Шри Кришна, он приводит такое заключение этой шлоки. И там, где Гита заканчивается, с той точки, наша Бхагавад-дхарма начинается, это вход, это буквально подобно воротам, узким воротам. И вот Шрила Прабхупад говорит, что вход на путь Бхагавад-бхаджана очень узок. И нужно проверки пройти, но если вы смогли войти на путь Бхагавад-дхармы, то вы увидите огромное количество сокровищ. Но перед этим так много проверок, так много испытаний, мы должны доказать, что мы достойны, и перед этим мы не сможем войти. Я знаю, где Шримад Бхагавад-гита заканчивается, и это начало Бхагавад-дхармы, но это не значит, что если это начало, что это просто кто-то думает, что это детский сад, и не нужно изучать это, но нет. Поскольку без основы мы не сможем войти в Бхагавад-дхармы, в дхарму. Кто-то может носить тилаки малые, но или шафран, или еще что-то. Но что толку от этого? Кто вас остановит от этого? Но вы не можете войти на путь Бхагавад-дхармы. Это главное, это основа. И вот в начале всего мы должны понять это, что вот эту шлоку «Сарвадаван паритеджа мамакам шаранам враджа». И вот Верховный Господь и Нитянанда, они вот в этой шлоке говорят, что они берут всю ответственность за нас. И вот Нитянанда говорит, что вся ответственность на нем, и не нужно ни о чем беспокоиться. Я могу помочь пересечь вам этот материальный океан. Но есть различные анартхи внутри сердца, и мы на 100% не можем показать наше самопредание, а когда оно появится у нас в тот день, вы несомненно войдете на путь Бхагавад-дхармы, но перед этим у нас могут быть какие-то поднадежды, ожидания, но все же, если наше сердце искренне не запутано, это главное,
Может, у вас есть какие-то анатхи, желания посторонние, какие-то плохие качества, склонность к наслаждению, но это не так все плохо. Главное, ваше сердце должно быть просто. И so this kind of if complication, if any, if complication is not there, then there is no problem. Then somehow we can cross this material vessel by the mercy of Guru Vishnu. That's why yesterday I was bound to speak that akamaha sarvakam. И вот вчера я говорил про эту шлоку. Tivrena bhakti yogena janeta brahma purusham param. In course of your anugatha, in course of your bhajan, что в процессе нашей анугати, нашего баджана, харинам, санкиртаны, вы избавляетесь от анартх постепенно, и если вы полностью избавитесь от анартх, то тогда уже у вас будет возможность. И все равно, если у вас есть какие-то желания, вы должны поклоняться только Кришне, а не каким-то другим полубогам. Но мы знаем, что через... В Бхагаватам Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне: «О Арджун, Чатурвида бхаджанте мам сукритино арджунаха арто джигьясу артхарти ча гьяни. You should remember. Чатурвида бхаджанте. Бхаджанте. Чатурвида бхаджанте. Бхаджанте мам. Сукритино арджунаха арто джигьясу артхарти ча гьяни. И вот есть четыре различных категории преданных. Некоторые находятся в плачевном состоянии, как Гаджендра. Он олицетворяет преданных в артхе. И вот он зовет Верховного Господа, пытается какой-то баджан совершать. И вот Чатурвидха баджан. И вот здесь артха – это пример Гаджендры. Он совершает баджан в Картикврату. Это наставление, то, что мы должны следовать, помнить эту Гаджендра Мокшан-лилу, чтобы понять наше плачевное положение, как продвигаться. И даже утром, когда мы просыпаемся, мы должны вспомнить Гаджендру, эту картину, как Гаджендра оказался в такой проблеме, и Бхагаван Хари с диском чакры пришел к нему на помощь, чтобы спасти его. Это очень благоприятно, поскольку Бхагаван Шри Кришна, Бхагаван Хари, он пообещал нам, что те, кто будут помнить эту Гаджендра Лилу, то тогда, когда они будут оставлять свое тело, в то время я пролю на них свою милость. Это обет Господа, и мы должны помнить. И вот джигьясу, если мы будем задавать вопросы, вот Арджун пример того, как задавать вопросы, он спрашивает что-то, Парикшит Махарадж также, он тоже пример вопрошающего, и артха артхи, те, кто получает какое-то благо, и они совершают баджан, как Дру Махарадж, пример того, кто совершает баджан ради какого-то блага. И вот Гьяни – это Прохлад Махарадж, и таким образом он Гьяна Бхакта. И вот те, кто начинают баджан или совершают баджан, есть вот четыре категории людей, Махарадж их перечислил, но Шри Чайтанья Махапрабху хотел показать то, что те, кто надеются на что-то различное, совершают баджан в желании получить что-то, Кришна не может быть полностью ими доволен, только полное удовлетворение может прийти, когда вы полностью избавились от всех желаний в своем сердце, и только ваше желание может быть должно быть таково, чтобы Господь был доволен, чтобы делать все для Его радости. И для этого нужно знать, что делать, как делать.
поскольку вы попытаетесь почитать, можете не понять. И так постепенно, по милости Гуру Вайшнавов, мы должны понять, как удовлетворить Верховного Господа лучшим образом. Вы должны найти путь. И вот иногда... Как один пример, данный Шрила Прабхупада в Упакшане, такая книга прекрасная есть, там Шрила Прабхупада говорит, что один этот один вид табака, два человека, они пришли на берег реки, хотели закурить. Гулики какие-то, ну это какой это табак, наркота какая-то, в общем. И вот два уже накурили. Ну, в общем, один из них накурился, один. А другие огня не могли найти, чтобы закурить. И, в общем, и другой, и их не друг сказал, почему тут, смотрите, сколько огня. Вот на той берегу реки, и Шрила Прабхупад пример приводит, что они засунули курево в рот и смотрят огонь на той, на том стороне реки. А они, в общем, не переплыть пытались, а просто пытались как-то огонь достать с одной стороны реки на другой. И вот Шрила Прабхупада говорит, что такие объединенные люди не думают, чего они могут достичь. Даже у кого-то карма мишрадхикара нету. Это такие простые вещи. Это варнашам дарма. Варнашам дарма. Там варны и ашрам Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, это было сделано Кришной, чтобы организовать все общество. Поскольку если бы варнашама дарма не была бы идеально сделана, то все следовали своему беспокойному уму и в итоге ничего бы не достигли. Но варнашама дарма, она очень важна. А те, кто не могут следовать ей, то, как правило, очень печально все кончается. И вот постепенное продвижение варнашам дарма. И вот сначала я расскажу, как этот Рай Раманада Самвад случился, и потом это все варнашам дарме и прочем буду говорить. И вот Махапрабху, когда принял саньясу, он хотел отправиться в Южную Индию на проповедь. И вот в то время Шрила Сарвабхаума Бхаттачарья, он попросил Шримана Махапрабху: «О Прабху, ты пошел в Южную Индию на паломничество, пожалуйста, моя просьба встретиться с Рай Раманандой». Почему я прошу тебя? Когда ты встретишься с ним, ты увидишь, что он преданный Бхакта Расик, но внешне это не видно. Внешне вроде он занят какой-то материальной работой, работает правителем Видьянагара. Внешне нельзя понять, что он такой великий преданный. Какие-то внешние эти вещи могут не дать тебе понять, как Шрила Бхактивинода, Шрила Пундарик Видьянидхи выглядит как какой-то материалист, но все же. Он не был материалистом. И вот Мукунда взял с собой Гададхара, поскольку тот хотел увидеть великого преданного, а не... Давно говорили о нем, и вот захотел тот посмотреть, что же это за великий преданный, хотел поклониться ему, обрести милость. И таким образом Мукунда <кхе-кхе>
и Гададхар пандита не пошли, чтобы поклониться ему, но внешне это было слишком запутанно. Тот сидел как богатый землевладелец, как царь в своем доме с богатым убранством, и очень дорогие запахи исходили от него, и он был намазан этим маслом сандала, жевал листья бетеля, наслаждался так внешне. И лежал на какой-то прекрасной постели, очень мягкой. И также эта постель была покрыта каким-то шелковым этим покрывалом. И все это выглядело очень дорого, буквально царские покои там были. И когда Гададхар пандит пришел к Пундарик Видьянитхе, увидел его в таком состоянии, он был озадачен. Это лила такова. Он думал, что я думал, что преданные должны жить как-то более просто, но что я вижу сейчас, я запутан. И в итоге Мукунда понял, что Гададхар не смог понять настроение Пундарик Видьянитхе. И чтобы показать сердце Пундарика Видьянитхе, он произнес шлоку из Шримад Бхагавата, вот эту. И услышав эту шлоку, Пундарик Видьянитхе, он почувствовал экстатическое чувство. Он начал рвать на себе одежду, как сумасшедший. Он упал со своей кровати. И вот он начал плакать: «О, Кришна, о мой отец!» И Гададхар пандит подумал, что я не понял, кто он. Сейчас я вижу, что он великий преданный. Я совершил оскорбление в адрес его лотосных стоп, и как же искупить это оскорбление? Я должен получить дикшу от Пундарика Видьянитхе. И таким образом Гададхар пандит, он осознал его славу. Но здесь смотрите. И когда Махапрабху попросил Сарвабхаума Бхаттачарью, когда тот собирался отправиться в южный индийский тур, и там Сарвабхаума Бхаттачарья попросил его, а сказал, что Сарвабхаума Бхаттачарью не так просто. И вот, в общем, он попросил встретиться с Сарвабхаумой Бхаттачарьей. И вот Махапрабху отправился в Южную Индию. И на пути в Южную Индию Махапрабху когда шел, и все преданные, они следовали ему до какого места? До Аларнатха. И там Махапрабху, и вот, в общем, они дошли до Аларнатха, и Махапрабху там пошел быстрее, в общем, все преданные не смогли его догнать. И Махапрабху, он пел такой киртан, Кришна Кешава, вот этот киртан. И когда Махапрабху начал, то есть он Махапрабху не Махамантру сначала начал повторять, а вот этот киртан. Кто-то может спросить, почему Махапрабху, вот, когда шел в Южную Индию, он не Махамантру пел, а вот этот киртан. Какова причина за этим? Есть глубинная внутренняя причина, и в чем же она?
поскольку Южная Индия, она полна Майявады. Она полна всякой Майявады, и чистая практика преданности, ее там нет, хотя там Рамануджи последователь есть, Мадхавачари, Нимбарки, Вишну с вами, но все же. Но все же Махапрабху, он пел этот киртан, чтобы никакие проблемы его не задели. И вот вчера я говорил об о одной вещи, то, что Шрила Прабхупад говорил. И вот это указание Шрилы Прабхупады, чтобы избежать дурного общения. Я говорил о том, что дурное общение душа санги. И вот Шрила Прабхупад говорит, что если это дурное общение, оно было бы связано только с какими-то греховными действиями, то это не так плохо, но это связано с вайшнава аппаратхами. И вот и если кто-то совершает вайшнава аппаратхи, выступает против гуру и вайшнавов, то таких людей нужно избегать любой ценой. Если вы не избегаете их, то осознанно или неосознанно вы будете общаться с ними, это очень плохо. И вот вчера после Харикатхи я пересекал реку, встретился с одним саньяси, молодого возраста уже. Такой саньяси и вот в общем этот саньяси принял с какой-то посторонней целью саньясу, занимается непонятно чем, что делать. Вот подошел ко мне, поклонился, я вынужден был сказать что-то, чувствовал себя как-то неудобно, с такими людьми лучше не говорить, но что делать. И вот и вот я уже говорил об этой шлоке, и если асатсанга и душ санги, и если то есть нужно и тех людей, которые совершают вайшнава аппаратхи, их нужно полностью избегать. Махапрабху говорит, из три санги, йошит санги и согласно Гауди Сиданте, я много раз говорил, Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что джишитсанги – это те наслажденцы, те, которые пытаются наслаждаться. А вот и то, что если мы смотрим на что-то с наслаждением, это есть вот это джишитсанга. И вот Кришна Бхакта Стрисанга. Стрисанги значит джошитсанги, а и джошитсанги это не значит те, кто с женщинами общаются. Мы должны предваряюще все знать. Стрисанги не только значит общение с женщинами. Если женщины, например, если у них есть склонность к общению с противоположным полом, то это тоже с мужчинами в этом случае, то это тоже джошитсанги. И вот согласно Сиданте Махапрабху, стрисанги, потом всякие наслажденцы, йошитсанги и непреданные Кришне. Их всех избегать надо. И вот в этом определении также майявади, нирвишешвади, всякие другие, те, кто нападают на Кришну и преданных Кришне, это все в этой области, в этом определении.
Ну и прочие все материалисты, которые только материальному верят. И вот Кришна Абак, Майавади, Нирвишешвади, те, кто нападают на Кришну, преданных Кришны, это все вот в этом определении. Потом Стри Санги. Если Стри Санги или Йоши Санги, они не совершают никаких вайшнава парад, то гуру вайшнавы, они хотят помочь им. Если они просто наслаждаются, но при этом никаких оскорблений не совершают, то это не так плохо. И смотрите, Йоши Санги, это не значит, что он оскорбление в адрес вайшнава совершает. Может так случиться, кто-то просто слишком увлечен женщинами и, или еще какими-то наслаждениями, но вайшнава парадх не совершает. И вот так или иначе, в каких-то местах те, кто Стри Санги, они могут какое-то благо обрести. Как, например, Билва Мангал Тхакур, он обрел благо таким образом. И те, кто оскорбляют Вишну и вайшнавов, нирвишешвади всякие, они должны молчать, и мы должны избегать общения с ними любой ценой. И те вайшнавы, кто занят с непрерывной харикатхой, непрерывным харикиртаном, и все равно, если их спрашивают какие-то вайшнава-аппаратчики, то им нет нужды отвечать им. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что деяния вайшнавов, они всегда чисты. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что те чистые гуру вайшнавы, если кто-то нападает на них, то для них, а гуру вайшнавы, они молчат всякими вайшнава-оскорбителями и прочими в этой категории. Гуру вайшнавы, они с ними не говорят, они поддерживают, они молчат, в общем. И вот Шрила Прабхупад говорит, те гуру вайшнавы, которые всегда говорят харикатху, харикиртан, если они встретятся с какими-то оскорбительными вайшнавов, то им не нужно говорить с ними. И вот в Шримад Бхагаватам Махапуране, и вот если вы не понимаете этих простых вещей, вы никогда не обретете бхакти. И вот в Шримад Бхагават Махапуране Баладев, он пытается дать понять Дурьотхане, когда тот оскорбил Кришну и вот говорил всякую ересь про Кришну и Ядувамшу. И тогда Баладев очень разгневался и начал что-то делать. Но перед тем, как что-то делать, Баладев говорил, сказал такие слова. И вот полная шлока такова. В Бхагаватам Баладев говорит, несомненно, те, кто горды, они никогда не хотят найти какое-то простое, спокойное решение. Они слишком горды с собой. Они
И вот Кунти говорит, что они гордятся своим происхождением, красотой, образованием и прочими вещами. И вот Джанма Айшварья Шрута Шри, и также вот они гордятся своим знанием и прочим. Хотя слишком много знания для бхакти неблагоприятно, и Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, любое количество материального образования, если оно не благоприятное для бхакти, и вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что у каких-то материалистов может быть много образования, но если это неблагоприятно для чистой преданности, то в этом случае это все бесполезно. Это образование, квалификация и прочие материальные знания, они делают человека ослом, который носит груз на своей шее. И такие ослы без груза не могут ходить, им всегда нужен какой-то груз на их спине. И вот таким образом Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, те души, которые родились в человеческом теле, если они получают слишком много образования, гордятся этим в этом нестабильном материальном мире, и вот если их образование оно не помогает служить Кришне, то это подобно такой ноше на спине осла. И вот непреданные, те, кто не преданные, и ложные преданные, аналитически нужно подумать о них, поскольку как же избегать асатсанги во всей своей жизни, если вы будете слушать Харикатху и не поймете этого, то вы никогда не сможете избежать асатсанги. И вот так или иначе вы можете получить какую-то асатсангу, это станет причиной падения, и абхакты, те, кто не совершает баджан, баджан Кришне, люди, даже обычные люди, у них нет представления о карме и викарме. В Гите Бхагаван говорит такие основные простые вещи, карма, акарма и викарма. И люди даже этого не знают, как они могут защитить себя. Если у кого-то нет представления о карме, акарме и викарме. И вот мы должны понимать такие основные вещи, те, кто следует правилам и предписаниям. Кто-то думает, что они следуют ведам. Но это не совсем так. Следовать ведам – это очень редкое явление. В этом мире так много живых существ, всяких рыб, имеется в виду живущих в воде, летающих. Кто-то вот летающий, кто-то прочие, так много душ в различных телах, и среди них, если посчитать людей, человеческих существ, не так много. И после этого, если отбросить нецивилизованных людей, еще меньше останется. И тогда мы поймем, что количество людей, которые могут понять веды, их очень мало, а среди них те, кто следует ведам, еще меньше. И потом те, кто заняты кармой, гьяной и прочими вещами, а вот преданных среди них
это еще меньше. И как же обрести, где найти преданных? Вроде тысячи преданных есть, но среди них, но чистые преданные, они очень и очень редки. И вот в начале всего вы должны понять карму, а карму, викарму. И карма значит то, что предписано в ведах. И если вы сможете следовать этому, это зовется кармой. Если вы не следуете ведам, то это как бы пойдет не так плохо. А если вы делаете противоположное тому, что предписано в ведах, это гораздо хуже. Если вы следуете тем правилам и предписаниям, которые описываются в ведах, это карма зовется. Но если вы не следуете, это тоже пойдет. Но если все наоборот делаете тому, что описывается в ведах, это викарма. И вот карма – это наставление в ведах, которые описаны в ведах. И согласно этому мы должны следовать карме, это зовется карма. А викарма – не следовать ведическим наставлениям. А карма точнее. А викарма – делать наоборот того, что описано в ведах. Это более опасно. И вот мы должны быть очень осторожны насчет этого. И если вы поищете, то обнаружите, сколько людей заняты Бхагавад-дхармой. Очень мало. Мы не можем надеяться, что каждый будет заниматься Харибаджаном. И вот Абхакта – это не преданные, Мича Бхакты – значит ложные преданные. Не настоящие преданные, а ложные. И вот Абхакта и Мича Бхакта, Шрила Прабхупад говорит со всеми так называемыми преданными, такими ненастоящими. Кто-то злоупотребляет, пользуется преимуществами какими-то, сами ничему не следует. Конечно, слабость может быть, но слабость это не значит, что она всегда есть. И если такие люди не хотят изменить себя, то вот как раз в эту категорию попадают ложных преданных, непреданных и этих имитаторов. Они все не хотят следовать Бхагавад-дхарме и никаких усилий со своей стороны не принимают. И таким образом Баладев говорит, те, кто не... Те, кто гордятся своим рождением, происхождением, этим образованием и богатством. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур дает такое наставление, поскольку не каждый Баладев, не каждый может взять и наказать кого-то. И вот каждый не Баладев, и поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур дает разрешение, наставление такое. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что нужно избегать их сердца, Маунадари, то есть не разговаривать с ними. Шрила Прабхупад говорит, этот принцип более эффективен. С ними не нужно иметь никаких дел, даже не говорить, ничего не есть от них, никаких дел не иметь. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, Шрила Бхактивинода Тхакур, он
молчит, не говорит с такими людьми. И те, кто находится под влиянием раджа тама гуны внутри их сердец, и если они будут говорить то, что, давай говоря дальше о чем-то более возвышенном, это просто смешно. Если их сердце полно раджа тамагуны, но они говорят какие-то высокие слова, то это просто выглядит смешно. И вот таким образом, когда Махапрабху, он отправился в Южную Индию, Махапрабху говорит, он повторял такую мантру, вот этот киртан пел. А зачем? Для того, чтобы мы... Он пример показал нам, почему Махапрабху так это все делал, поскольку Южная Индия — это земля, полная майявады. Майявада, асатсанга, душсанга, абхакты и прочие люди могут быть там. И поэтому Махапрабху молился лотосным стопам Кришны. Рама-рагава значит рагав, рам значит Рамачандра. А в Махамантре это рам, это сам Кришна. Радхарани, и с Радхарани он совершает лилу. И поэтому здесь в Махамантре это слово рам значит Кришна, Раманат. И вот с Радхарани он наслаждается, поэтому Раманат, то это слово Рам не значит Баларам. В этой Махамантре никогда такого не было. Наш Рагунатха с Госвами, Джива Госвами Пад, Гопал Гуру Госвами Пад, Шрила Бхактивинода Такур, все наши Гурвага, они давали такое глубокое значение Махамантре. Харе значит Радхарани. Когда и как, каково ее настроение, так много различий. И когда Махапрабху отправился в Южную Индию, и он пел этот киртан, чтобы дать нам пример, как спасти себя, все время мы должны молиться лотосным стопам Бхагавана, Верховного Господа. Нам нужна полная защита, иначе мы не сможем понять, когда мы получим общение о Майяват Сангу, Асад Сангу и прочее. И поэтому, когда Махапрабху шел, Махапрабху начал говорить, повторять, петь эту мантру. И после этого, когда достиг... И вот когда он достиг Видьянагара, Махапрабху сел под баньяновым деревом, большим деревом, на берегу реки Годавари и повторял Харинам. И Махапрабху в то время, когда повторял Харинам, и в то время Рай Махашой, Рамананда, по желанию Верховного Господа, пришел туда с какими-то музыкальными инструментами, браманами, пандитами, и вот они все пришли, поскольку внешне я уже сказал, Рай Рамананда внешне был занят какой-то ведической ритуалистикой, но это не было так на самом деле. Рамананда, он великий преданный, вечный спутник Гуранги Махапрабху. И вот Рай Рамананда, он великий преданный, можно свидетельство получить с этого случая. И когда он пришел со всеми музыкальными инструментами и прочим, то Махапрабху сидел там, и Рай Рамананда увидел, что там какой-то могущественный божественный саньяси, он сияет, как тысячи солнц. И Рай Рамананда, он захотел подойти и посмотреть на этого саньяси, и вот он подошел. И эти браманы, пандиты, они были удивлены, что наш
Рай Махашой, он никогда такого не делал. И Рай Махашой пришел к Гауранге Махапрабху, к Чайтанье Махапрабху, поклонился его лотосным стопам, и после этого Шри Чайтанье Махапрабху, он предложил ему полный распростертый поклон, Махапрабху обнял его, и вот после этого спросил: «О, ты Рай Рамананда?» И вот он спросил: «Ты Рай Рамананда?» И Рай Рамананда со смирением, что сказать. И вот Рай Махашой сказал: «Да, я Шудра». Вишоя Шудра Манда, он сказал, что я материалист, я простой шудра низкой касты. Рамананда, да, ты прав, что я Рай Рамананда, но я падший мирской человек. Рамананда так сказал о себе перед Махапрабху. И таким образом постепенно они обсуждали друг с другом. И в то время кармаканди браманы, и вот те кармаканди браманы, они были удивлены видеть настроение Рай Махашоя, поскольку они никогда не видели, что Рай Махашой так вел себя. Они видели его в другом свете, каким-то таким другим совершенно. А почему он сейчас плачет перед Махапрабху, что произошло? И таким образом Рай Махашой, он говорил с Махапрабху, и в итоге Рай Махашой, он понял, поскольку и Гауранга Махапрабху тоже понял сердце Рай Махашой, он был его вечный спутник, и вот они узнали друг друга. И Махапрабху, он хотел, захотел встретиться с ним вечером, когда тот закончил бы свою работу и было бы больше времени у них. И вот тем временем один чистый браман пригласил Махапрабху. И Махапрабху находился на берегу Годавари какое-то время в доме этого брамана, принимал мадхукари. И каждый день вечером, после всей своей работы, Рай Махашой приходил и чтобы совершать сатсангу, общаться с Махапрабху, и это зовется настоящая сатсанга. Их настроение было практически одинаково, но все же и настроение Шри Чайтаньи Махапрабху, Парапракхилешвара, было таково. Махапрабху хотел открыть всю мистерию баджана, чтобы постепенно Махапрабху хотел показать нам наивысшую цель. И это действительно так. То, что мы, если мы гаудии, это наша наивысшая цель — обрести мадхур раса бхаву. Шрила Прабхупад уже говорил об этом, завтра я буду более подробно говорить. Но суть в том, если вот вчера я говорил, что если нет сильного желания избавиться от материальной обусловленности и прочих вещей, и вот они говорили о карма-марге, варнашам-дарме и прочих вещах, и вот перед Рай Махашоем Махапрабху спросил, и сказал, и Рай Махашой начал объяснять: «Я хочу услышать садан садьятату от тебя, поэтому говори мне, пожалуйста». И тогда
Рай Махашви начал говорить из Вишну Пураны то, что Варнашам Дарма, чтобы принять помощь Варнашам Дарма, и после этого Карма Миша Арчана. Это следование определенным процедурам арчаны, но оскверненная кармой. И вот Варнашрама Дарма, если мы следуем ей, Махапрабху сказал, что это через эту процедуру мы не сможем сделать так, чтобы Кришна был доволен. Это какое-то слишком простое, это не чистая преданность. И поэтому Махапрабху сказал, это внешнее, аги кахуар, говори дальше. И после этого и вот после этого Рай Махашой начал говорить о Кришна Кармарпуне. Все, что мы делаем, мы должны предлагать это лотосным стопам Кришны. И вот первая процедура. Я вернусь назад, чтобы обсудить текущую ситуацию. И вот сейчас из Вишну Пураны Параша Риши дает такое наставление. Варнашрама Дарма – это хорошая процедура, через которую люди могут пытаться поклоняться Бхагавану, и это такова процедура. Рай Махашу сначала сказал это Варнашрам. Нет никакой другой процедуры, чтобы удовлетворить Господа. Для обычных людей это такая простая процедура. И вот постепенно они обретут какой-то мангал, какое-то благо в своей жизни. Но Махапрабху сказал это внешнее. Почему? Потому что Варнашам Дарма, она люди ограничены этими правилами и предписаниями, но без Варнашам Дармы ведическая система разрушится, мы знаем, но это не высшее. Варнашам Дарма – это не высшее, чтобы разделить, чтобы следовать какой-то системе правил и предписаний. Варнашам Дарма, она нужна, конечно, но это не та процедура, через которую Верховный Господь будет доволен. И поэтому можно вспомнить, когда Бхагаван Шри Кришна говорил с Судама Випры. И вот Судама Випра говорил то, что таким образом, следуя Варнашраме, полностью мы не сможем удовлетворить Верховного Господа. И таким образом Махапрабху сказал, что это внешнее, и пожалуйста, я хочу услышать что-то лучше. Говори более глубоко. И Рай Рамананда сказал Кришнай Кармарпон, то есть посвящение всего Кришне. И вот в Гите мы находим такой стих. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит в Гите: «О Арджуна, все, что ты делаешь, все, что ты ешь, все, все яги и прочие пожертвования и прочее, что ты совершаешь, все тапаси, о Арджун, о сын Кунти, ты должен все это посвящать мне». И Судама Випра уже сказал, и перед Судама Випрой Бхагаван Шри Кришна сказал то, что «Нахам иджа», «иджа» значит «пуджа». Пуджа, прияти бьям, мин,
Вот это слово значит варнашам дхарма, семейная жизнь, но находясь внутри семейной жизни, вы можете обрести наивысшее благо. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада, они говорят об этом, и Бхагаван Шри Кришна также в читании лили можно видеть так много свидетельств этому. И вот, вот это слово и вот если мы сможем вот если вы будете служить Садгуру, Гурудеву, то я буду очень доволен. Это действительно так. Через Гуру Севу Бхагаван доволен, но кто может совершать Гуру Севу? Нужно вернуться назад и попытаться понять, кто находится в том состоянии, что может служить Садгуру. Кто такой Садгуру? Нужно вспомнить нашу предыдущую тему, и тогда эту формулу можно применить. И много Садгуру есть, но опять же, это не значит, что все Садгуру заняты в Раджараса Бхавой. А Махапрабху говорит именно об этом. Вот вчера я говорил, Шри Кришна Раса Бхави Тамати, Махапрабху хотел, говорил о Враджендра Нандана Кришне, Махапрабху после саньясы. Когда говорил об этом, то Махапрабху говорил о Враджендра Нандане, не о Мадхурадиш или Дваракадиш Кришне, нет вообще. И вот когда Махапрабху говорит, что вы должны быть уверены, то что здесь Бхагаван говорит о Нандан Кришне, Враджендра Нандане Кришне. И если мы совершаем Гуру Севу, это не значит, что Прама Бхакти мы получим. В Раджа Према Бхакти это не факт. То есть можно не тому гуру служить, и поэтому, если ваш гуру Садгуру, например, но не с той сампрадаи, то уже... то вот эту прему, Враджа Прему не получить. И вот через служение Садгуру, несомненно, можно обрести осознание Вайкунтхи. Но опять же, Садгуру именно, у кого есть Враджа Према, но только через, только с помощью Враджа Раса Расик Бхакти, только с помощью такого Враджа Раса Расик Бхакти можно обрести возможность получить такую Рагануга Бхакти. Не каждый может это сделать. И вот Рагануга Бхакта, Рагануга Бхакти — это не шутки. И вот в Гите такое наставление дается, что то, что вы делаете, все яги и прочее, все тапаси, все вы должны предлагать мне. И те, кто парамахамсы, есть раджахамсы, парамахамсы, они всегда заняты этим. Парамахамсы в линии Рагануга Бхакт, их положение очень высоко. Они заняты трансцендентными вещами, они находятся в океане Враджа Расы. И те, кто достигли только Вайкунтхи, не Галока Дами, и даже на Галуке, там именно внутри Вриндавана. И такие преданные тоже могут быть парамхамсами, но наши гауди на, и вот на нашем, в нашей области гауди парамахамсы, они уникальные.
уровень парамахамс не везде применяется. Если кто-то имитирует их, то это большая проблема. И обычно мы знаем тех, вот пример, есть обычные, вот есть эти парамахамсы, они лебеди, а есть эти утки, они тоже как бы лебеди, но не совсем. И вот если парамахамсы питаются какими-то изысканными вещами, как стеблями лотосов и лотосами, а утки едят всякую ерунду, всяких жучков, червячков. И вот пытайтесь понять разницу. Те материалисты, их настроение, как утки, а хамсы, парамахамсы – это другое. Есть, конечно, уровни парамахамс. Но так или иначе, если какая-то ворона, и вот Шрила Прабхупад говорит, если какая-то ворона хочет украсить себя, как павлин, это невозможно. Для вороны стать павлином невозможно. И как это возможно? Ворона — это ворона, и павлин — это павлин. И Шрила Прабхупад говорит, если кто-то искусственно будет украшать себя как павлин, то это невозможно. И может какое-то время он будет имитировать, но потом мы увидим его подлинную картину. Он может обмануть людей какое-то время, но показать, что он подлинный Рагануга или Рупануга Бхакта, это невозможно. Ворона, она всегда ворона. Но путь преданности очень запутан. В читании Чайтамрити говорится, что те, кто чистые вайшнавы, они очень могущественны. Они могут сделать ворону. И вот говорится, что вайшнавы... И вот вайшнавы, они настолько могущественны, как в Чайтанья Чайтамрите мы можем найти. Сарвабхаума Бхаттачарья говорит, я был подобен шакалу, всегда занят какими-то, какой-то майявадой, но сейчас ты изменил полностью мое сердце. И это пример смирения. Чистые гуру вайшнавы не могут изменить наше сердце. Чтобы мы смогли получить служение на Вайкунтхе, как Гаруда Бхагаван. Гаруда Бхагаван — это не значит, что мы Гарудой станем, а сможем просто совершать такое же служение для Кришны, как и Он. И вот гуру вайшнавы, они настолько могущественны, что они могут изменить наше сердце и дать нам служение на Вайкунтхе, как служит Гаруда. Но кто-то очень горд и может сказать, что Гаруда на Вайкунтхе живет, а я не хочу там быть. Хочу во Вриндаван куда-нибудь. И даже когда Удов говорит, что хочет стать пылинкой, чтобы получить возможность обрести хотя бы пылинку с лотосных стоп гопи, и вот чистые преданные, они очень смиренные. Они такое настроение являют, а те, кто горды, они сразу хотят стать гопи. И это подобно прыганию в огонь, и таким образом они никогда не смогут стать успешными. И так много людей игнорируют Варнашрама Дхарму, Карма Миша Арчану, Карма Арпон, Карма Йогу, но можно вспомнить, даже те, кто совершает баджан в различных процедурах, как, например, Рунтидев, он был занят Карма Мишра Бхакти, а Бхарат Махарадж Гьяна Мишра Бхакти.
точнее, Бараджа Махарадж, он Джада Барады в следующей жизни стал, но он был занят Гьяна Мишра Бхакти, а Рунти Дев Карма Мишра Бхакти, Гьяна Мишра Бхакти, она выше, гораздо выше, чем Карма Мишра Бхакти. Но все же, несмотря на это, Бхарат Махарадж не смог достичь успеха и пал, а в то время как Рунти Дев он достиг успеха. А почему? Поскольку Рунти Дев следовал подлинному пути, не отклоняясь, согласно, он делал все согласно своему адхикару, согласно своим способностям, и не только это, а также основу карма-марга, карма-мишра-бхакти. Мы должны чувствовать то, что везде. Мы должны видеть, чувствовать связь всего мира с Кришной. И если мы не видим весь мир в связи с Кришной, то тогда наша карма Мишра Бхакти не будет успешной. И вот в жизни Рунти Дева мы можем найти Рунти Дев, он великий царь, он был наказан за что-то. И он достиг успеха. И несмотря на то, что у него ничего не осталось, даже последний стакан воды забрали, то Рунти Дев все равно молился Господу: «О Господь, я хочу страдать за всех душ. Дай мне эту боль, эти страдания, и освободи их. Я буду страдать за их всех». И таково было настроение Рунти Дева. Он хотел страдать за всех живых существ. Он хотел помочь всем избавиться от всех опасностей и взять их все на себя. И вот Рунти Дев достиг успеха, поскольку он видел весь мир в связи с Кришной, и поэтому он достиг успеха. Он служил дживатмам, когда и какие-то проблемы у них были, еды не было, воды и прочего, сам постился очень-очень долго и то отдал последнюю еду, чтобы кому-то, но он достиг успеха в своей баджане, но Бхарат Махарадж, он должен быть бы успешным, но из-за того, что привязался к олененку, его внимание отклонилось, и он совершал Гьяна Мишра Бхакти чувство и делал все, что нужно. На берегу Гандаки жил, принимал омовение и садился повторять свои мантры, Гаятри мантры лицом на восток, и чувствовал знание у него было, гьяна. И таким образом он совершал арчану, собирал плоды, фрукты, но вы знаете, и все равно я хочу напомнить вам, что в один день он попал под влияние Майи, поскольку один олененок, он плыл по реке, был обречен на смерть, но этот Бхарат Махарадж подумал, что это моя обязанность. Он думал, что это моя обязанность спасти этого олененка. Его мать умерла, прыгнув в воду, услышав рык льва. И вот она пила воду, и услышала льва, и из-за страха прыгнула, и в итоге родился. И сердце ее не выдержало, но олененок родился до этого. И вот олененок так барахтался в воде, и Бхараджи Махарадж видел все это. Он думал, что я должен спасти этого олененка. Это не так плохо было, но когда он служил этому олененку, и в итоге все внимание от Харибаджана отклонилось к этому олененку. Если мы можем следовать Гьяна
Мишри. Правильно, может, в Раджа-прему не получим, но что-то достигнем. Но он не достиг успеха, поскольку его внимание было отклонено от главной цели. И в итоге он занимался служением день и ночи этому олененку, попал под влияние Майи. И вот, в общем, он занимался только этим олененком и все. И его арчана, баджан, все так деградировало. Потерял терпение и только олененками занимался. И так... И он был занят майя-севой, и в итоге, когда этот олененок потерялся в лесу, он не смог найти его, он плакал, и в итоге с таким чувством, думая о олененке, вот согласно этому стиху из Бхагавад-гиты, что в следующей жизни рождаетесь тем, о чем думаете в момент смерти. И вот он родился оленем, и Бараджи Махарадж в форме оленя, он пришел на то место, где он совершал баджан, поскольку и он все помнил. Память его осталась благодаря Хари Баджану. И вот Гаджендра тоже в такой ситуации оказался. Гаджендра в прежней жизни, он совершал баджан и помнил все это. И таким образом Гаджендра тоже вспомнил свою прежнюю жизнь, и Бхарат Махарадж тоже помнил и плакал: «О Господь, я такой баджан совершал, но из такой ошибки я пал и стал оленем». И в итоге он в реке Гандаки оставил свое тело, и плача, и сокрушаясь. И в итоге он получил возможность родиться в семье брахманов Вангира Готри, в прекрасной брахманской семье. Джада Бхарати было его имя. И тогда он уже вел себя как такой бесполезный человек. И Джада Бхарат, он следовал этому, потому что, чтобы избежать асатсанги, поскольку боялся, что опять попадет в такую же ситуацию. И перед Рагуганом он сказал, что я следовал этой процедуре, поскольку я могу получить асатсангу и пасть. Я не хочу терять это в своей жизни, и поэтому Бараджи Махарадж, он не был успешен на пути Гьяна Миша Бхакти, но Рунтидев достиг успеха в своей карме Миша Бхакти. И вот он говорит то, что и вот вечером, когда пришел Рамананда к Махапрабху, они начали обсуждать много вещей. И вот сначала какая-то обычная дискуссия у них была, и Махапрабху говорил с ним. Когда Рамананда пришел, поклонился, Махапрабху сел и Махапрабху начал говорить с ним. В начале всего он прославил его отца, что твой отец Бхавананда, и ты и сам. И перед Бхавананда Махапрабху в Нилачал Даме он говорил ему то, что ты Бхавананда, ты Панду, и твои пять этих детей, сыновей и подобны Панча Пандавам. И он прославлял его таким образом. И после этого Рай Махашой, и
И вот потом Махапрабху спросил, что хочет узнать о садан-садья-татве, и сказал, что Сарвабхаума Бхаттачарья дал мне совет встретиться с тобой. Он рассказал о твоей славе и сказал, что раз я иду на юг, значит, должен встретиться с тобой, и поэтому я пришел в Видьянагар, чтобы увидеть тебя. И поэтому вечером, когда Махапрабху и вот Сваруп Дамодар, Лалита Сакхи и Рая Махашой, Рамананда, он Вишакха Деви, мы знаем об этом. И вот Сваруп Дамодар Прабху, это Лалита Сакхи и Ши Рая Рамананда, это Вишакха Сакхи, и это не шутки. И вот Махапрабху в процессе обсуждения этой садан-садья-таттвы он рассказал о наивысшей ее степени. И в начале всего Махапрабху сказал: «Я хочу знать садья». Ты должен повторить эту шлоку про обычную садью. И вот Рай Махашой сказал такие слова. Садхарма Ачарны, это значит настоящая Варнашрама Дхарма, я уже сказал. И вот почему ты совершаешь садхану, какова твоя цель с помощью садханы, что ты обретешь? Это зовется садхья. То, что с помощью садханы ты обретаешь, это зовется садхья, цель. Мы обычно говорим садхья васту, прайоджана, самбанта, абхидея и прайоджана, это основа. Махапрабху в Чайтанья Чайтамрите много раз говорил об этом. Садхья-таттва. В процессе садхья-таттвы Махапрабху говорил о самбандхе, абхидее и прайоджане везде. Махапрабху утверждал эту сиддханту, без не получив четкое представление о самбандхе, абхидее и прайоджане таттве. Как, например, если мы не обнаружим нашу связь с Кришной. То есть, если у нас нет самбандхи, дикша значит самбандха. Это слово значит самбандха гьяна. Если у вас нет самбандха гьяны, то тогда ваша дикша несовершенная. Вы не сможете осознать, что вы получили вечную связь с Кришной, Бхагаваном, и, соответственно, не делаете ничего. Если самбандха гьяны нету, то ваша дикша несовершенна, и везде, везде и всегда, в начале всего Махапрабху, он хотел утвердить эту самбандху, абхидея прайоджан гьяну самбандха, значит, вы должны обнаружить вашу вечную связь с Верховным Господом, тогда ваши обязанности, что делать нужно с помощью Гурудева, обнаружите, и какова высшая цель, то, что вы обретете, ваша надежда, ваша цель, это самбандха, абхидея прайоджана, и вот садхана, это абхидея, это путь. Это процедура бхаджана, бхакти. Это естественная функция нашей души, и бхакти — это действие. Бхакти не значит какая-то сухая философия. Бхакти значит что-то делать. Шраван, киртан, смаран, ванданам, падасеванам и прочие девятисложные бхакти, или 64 вида преданного служения, 9 основных из них. Это все описано в Бхагаватам, бхакти расамрита синдху. И и вот с помощью садханы, то, что вы делаете, это зовется садхей, садья васту, и это прайоджан, также прайоджан, то, что вы обретете, когда все люди,
когда человек что-то делает, конечно, цель у него есть, и какова эта цель, когда человек делает что-то, например, какой-то торговлей занимается, учебой или еще что, в общем, что бы он ни делал, есть цель этого действия, без цели никто ничего не делает, и но цель этой цели какова? Что в итоге он хочет? Наслаждение, как правило. Он хочет насладиться чем-то, какое-то счастье, блаженство. И это наивысшая цель. Почему люди работают, учатся, играют, и чтобы они не делали их? Цель всего – это получить какое-то наслаждение, поскольку дживатма, она ананда амша, и есть такое, такая потребность иметь наслаждение. Но они не знают источник этого наслаждения, они слепы и ищут это наслаждение в этом материальном мире. И все. Все, что люди делают, их наивысшая цель этого – получить какое-то наслаждение, ананду. И ананда сейчас можно разделить ее на две части. Материальное наслаждение с помощью наших органов чувств, ума, будхи, для удовлетворения умственного или еще какого-то мы что-то делаем, а другое – это для дхармы. У кого-то нет ясного представления о дхарме, но они думают, что это дхарма, и вот согласно дхарме, согласно нашему праву, мы усилия прикладываем, чтобы какое-то благо обрести. И вот вторая цель – это ради дхармы. Дхарма значит парартхата, настоящая дхарма. Дхарма значит, если мы поймем значение подлинной дхармы, подлинное значение дхармы, если мы поймем дри плюс мандату, с помощью чего мы можем достичь стабильности. Никакого беспокойства и прочего. И также Бхагавад-дхарма значит, я уже обсуждал давно, Хануман перед Хануманом, Дроначар Парват, он спросил этот вопрос. Что такое санатан дхарма, бхагават дхарма? Санатан дхарма, бхагават дхарма – это значит благодарность. Хануманджи спросил, все, что вы, все благо, которое вы обретаете, вы хотите сделать что-то, крити пратикритам. И вот, если вы подумаете, если вы принимаете какой-то обет, а еще есть долги перед риши, предками, живыми существами и прочими, прочими. Человек, когда рождается, он уже должен всем. В шастрах описывается. Он должен дать долг риши, питри, бутам, ну, в общем, этим мудрецам, родителям, живым существам и прочим, прочим. И вот в Ману Самхите это объясняется, что те, кто живут в Варнашрам Дхарме, они должны также поддерживать всех других, зависящих от них живых существ. Те, кто следует в Варнашрам Дхарме, мы должны помогать им. Даже те, кто живут жизнью домохозяина, они должны саньяси, брахмачари, помогать, но имеется в виду подлинным саньяси брахмачари, а не каким-то мошенникам. И вот
Естественно, когда вы рождаетесь, у вас долги перед Риши, предками, полубогами и другими живыми существами. Мы должны им, вот Риши, например, мы должны им за то, что они проявили так много знаний и описаний в этом мире. Мы должны изучить их и исследовать в своей собственной жизни и изучать то, что эти риши написали раньше, их все писания. И таким образом, изучая их писания и исследуя их в своей жизни, этим мы можем отплатить им. Следующее, деварин и долги полубогам. Те полубоги помогают нам. Они уполномочены Верховным Господом, заведуют чем-то. Индра, например, полубогами, ворон этим раем, Индра водой, Ваю ветром и прочими стихиями они заведуют, и Сурядев отвечает за солнце, и вот надо за освещение ему платить, и всем другим полубогам тоже в соответствии с их деятельностью. И уже перед Девахути Капила сказал: «О, мать, этот ветер дует в страхе из-за меня, и солнце восходит из-за страха передо мной. Будь осторожна». И все остальное также действует так. И таким образом мы получаем дождь, свет, воду и все. Это и эти цветы, и прочие растения растут. А мы ничего не собираем вне этого мира. Все здесь уже есть. Они уже даны нам Верховным Господом. И вы обретаете... Брахма также дал наставление этим дживатмам, что... О, люди, вы можете помогать тем полубогам, и они тоже помогут вам, и таким образом взаимное сотрудничество. То есть мы совершаем ягью, что-то предлагаем им, они даруют нам свои благословения и то, чем они завидуют. И таким образом можно вести свою материальную жизнь. И вот Риширин, мы должны отплатить этим риши, слушать их наставления, применять их на практике. И как же отплатить всем этим риши муни? Мы должны проповедовать их послания, их учения. Это есть возврат долга. Например, вы учите что-то, учите кому-то чему-то то, что узнали из писания того или иного риши, и вот это отдача долга этим полубогам и прочим. Питририн, этим предкам как же отплатить за все, что они дали нам согласно ведической системе, то, что в других частях мира делают, я не знаю, это, как правило, не то, что нужно. И вот Питририн, что если вы родите сына, женитесь, родите сына, и это хорошо, поскольку этот сын, он будет совершать шрадхи по своим умершим родственникам. Когда мы умираем, кто за нас шрадху совершает? Те, кто живут семейной жизнью. For getting son, brothers, who can give in
Они все хотят обрести сына, иначе кто будет предлагать им эти шрадхи подношения после их смерти? И почему человек женится, чтобы вот родить сына? И этот сын может совершать шрадхи в честь таких умерших родственников. И вот в Гите говорится, что если все люди умрут, кто будет совершать эти ведические действия, такие как шрадха и все остальное? И вот Арджун говорит об этом Кришне. Питририн. И вот этим родителям тоже нужно предлагать что-то, какие-то ритуалы, церемонии проводить. А кто-то, что больше понимает, он может читать Бхагавад-гиту, Бхагаватам в честь своих умерших родственников. И таким образом также можно отдать этот питририн, долг перед родителями, бутарин. Когда мы родились, мы уже видим здесь какие-то муравьи, птицы и прочие живые существа. И ваша обязанность сделать что-то хорошее для них также, поскольку когда вы готовите или что-то делаете, эти дживы, вы убиваете кого-то. Пьете, например, омываетесь, какие-то эти маленькие живые существа, они помирают. И это бутарин, вы так или иначе должны... Пытаться помочь всем дживам, которые вокруг вас. Какие-то люди, у них есть. Они вот можно видеть, они кормят махапрасадам различных живых существ, коров там и собак и прочих, и пытаются как-то отдать свой долг в адрес живых существ. Кто-то кормит бездомных или прочих голодных, это обязанность домохозяев. И также я видел в Раджавасе иногда вот те, кто живут во Вриндаване, поэтому Уттар Прадеш здесь такого не наблюдал, но там я видел, как они предлагают этим сахара муравьям. Этим птицам они пшеницу дают или рис, чтобы они ели. Таким образом, так они помогают всем этим живым существам, которые вокруг живут. Но в итоге, это обычные правила, но когда вы входите в область Бхагавад-дхармы, когда вы входите в область Бхагавад-дхармы, то в этом случае это не так. Вы можете игнорировать это, поскольку Нарада уже сказал, те, кто служат Кришне, Бхагавану, что и вот таким людям они могут совершать только Бхагавад-севу, и не нужно думать ни о чем ином. И те, кто следует Бхагавад-дхарме, им не нужно думать об этом. Их когда вы служите Ачюте Бхагавану Вишну, Бхагавану Кришне, то тогда никаких долгов не остается неисполненными. И вот таким образом вы, когда вы совершаете Бхагавад-севу, автоматически все другие
виды служения, виды долгов, они исполняются. И вот таким образом, в начале всего, Рай Махашой, он говорит о этих основах, почему люди следуют какой-то каким-то правилам и предписаниям свадхарма, ачарону. Например, есть шудра и должен с правилом шудры следовать, кшатрия должен кшатрийской дарме следовать, браман браманской. И вот свадхарма ачарон называется. Следуют своей свадхарме и согласно своему адхикару, своему праву, они, если поймут эту детальную процедуру, то и получат бхакти. И таким образом, и когда вы совершаете какую-то карму, у вас есть цель. Я уже говорил, что цель, как правило, это получить какое-то наслаждение. Как правило, материальное наслаждение, связанное с вашими органами чувств. И потом... И в других религиях можно видеть, что есть указание делать что-то хорошее для других, но, к сожалению, последователи извращают это все и делают все, что хотят. Как, например, в Коране пишется, что нельзя птиц даже ловить и как-то в неволе держать. То есть не то, что есть их, а просто держать в неволе нельзя, поскольку все это души, и рыбы, птицы или животные, они все живые, они все создания того Верховного Господа, но они не хотят следовать этому, что делать. И вот для дхармы, если вы делаете что-то, особенно те, кто следует вайдик дхарме, я для них говорю, пример привожу. И также мы можем сделать дхарма парата парата, это сделать что-то хорошее для тех, кто связан с Господом. Вот есть сварта парата, ништарта парата и еще какая-то. Это вот сарта парата значит эгоизм. Ништарта паратха значит такой не эгоизм. То есть как бы благо никакое не получаете, но какое-то тонкое благо хотите получить. Имя, славу, например, прославиться, хотя вроде что-то бескорыстно делаете с первого взгляда. И вот сварта-парата значит с корыстью что-то делать, с эгоизмом. А когда вы говорите, что совершаете какое-то служение без какого-то интереса, то я могу показать, что все равно у вас какая-то корысть есть. Гуру Вайшнава не всегда. И вот еще понятие парадха парадха. То есть делать что-то хорошее для других, для того, чтобы увеличить сознание душ. И если это сознание открыто полностью, то тогда это зовется парадха парата. Это наивысшее благо, которое мы можем сделать для других. И что же это за благо? Если я могу помочь кому-то, Шрила Прабхупад много раз говорил, помочь человеку
развить его сознание до максимальной степени, зовется Парупакара. А если вы не хотите принести благо душе, а следуете только помощи у материального тела, как нам уже, например, XY миссии, посмотрите, они делают все, что связано с телом, но Парата, она связана с Атмой, Саду, Гуру, Вайшнава, они помогают другим увеличить их сознание до максимальной степени, чтобы они могли осознать свое положение, перестать сожалеть обо всем. И вот в Шримад-Бхагаватам Махапуране в начале всего говорится, садана, которую мы совершаем, мы чувствуем какую-то радость, какое-то наслаждение, и цель, которую мы собираемся обрести, это нестабильно поначалу. И также шабдавасту, то, что мы обретем, поскольку дхарма, артха, карма, мокша — это обычные цели обычных людей. Дхарма, артха, карма, мокша. Рунти Дев, он совершал какое-то служение людям, но в итоге нашел связь этого с Верховным Господом Карма Миша Бхакти. Но здесь я говорю дхарма артха карма мокша. Обычные люди, они заняты дхарма артха карма мокша. И поэтому дхарма артха карма мокша — это их цель, и поэтому они пожертвования дают, еще что-то делают с какой-то материальной мыслью. То есть они что-то делают, но скрытая цель у них есть. И вот дхарма, значит, это дхарма, обычная дхарма, варнашам дхарма, например. То есть люди вроде варнашам дхарму совершают, но какое-то материальное благо хотят получить. Это вот сейчас, к сожалению, это понятие дхармы в целом, а Бхагават дхарму не каждый понимает. Кто-то следует какой-то дхарме, и через дхарму, которую не следует, они обретают дхарму, артху, каму и мокшу. Когда не следуют дхарме, это дхарму и артху получают. Артха значит какое-то благо, артха. Например, работают, деньги получают, это кама, наслаждение, хотят исполнить свои органы чувств. И вот я давно говорил то, что даже в Сати-югу, Трета-югу, раньше люди наслаждались как-то, но как-то более изысканно, более возвышенно, как Хираньякашипу, например, и прочие. Но сейчас, к сожалению, процедура очень скверна, люди не следуют никаким правилам и предписаниям, ничему, и дхарма, артха, кама, они свои органы чувств и наслаждают. Но раньше как-то более все было изысканно, более возвышенно, сейчас все грязно, скверно. И вот дхарма, артха, кама и мокша, мокша значит... А мокша значит, они хотят... То есть люди не хотят никаких страданий получать. Они хотят закончить свои страдания, но это невозможно. Мокша значит, некоторые люди понимают мокшу как
конец всех проблем. И вот Майавади, они понимают мокшу как слияние с безличным Брахманом. И тогда нет проблем никаких, если нет отдельного существования. И если нет отдельного существования Дживатмы, то кто будет страдать тогда? Все проблемы вроде кончились, и таким образом мокша и те буддисты, они по-другому объясняют. Те майявади и прочие, они и все хотят совершить самоубийство буквально, слиться с безличным Брахманом, и чтобы никогда не рождаться. Но Шрила Прабхупад говорит, что такие цели, они неправильные, и мы не должны это делать и стремиться к этому. Это подобно самоубийству. И вот согласно Гаудия Даршану, согласно Вайшнава Даршану, говорится, дхарма арта кама мокша. Мокша значит мукти. И поэтому в Чайтанья Чаритамрите говорится, что те, кто майявади, Махапрабху говорит, буддисты, по крайней мере, они не следуют ведам. Они делают все, что противоположно ведам. Внешне можно видеть, что это эти буддисты Пашанди, и мы не должны видеть их лиц. Если увидим, должны вместе с одеждой омыться в Ганге. Есть манаснан, мантраснан, дивиснан, различные виды амавини. Мы с помощью мантры можем принять омовение, посмотреть на солнце. Мантраснан, дивиснан. И вот, когда вы встречаетесь с каким-то пашанди, вайшнава оскорбителем, вы должны подумать о лотосных стопах Джаганатха, посмотреть на солнце, вспомнить лотосные стопы Гурудева. И таким образом вы очистите себя. Или эту мантру повторить. Если вы будете думать о Патит Паван Джаганатхе, то вы сможете очистить себя. И вот непрерывное памятование Бхагавана – это лучшее, чтобы быть воистину чистым. И вот те майявади, они более опасны, чем буддисты, поскольку внешне можно видеть, они буддисты, и не будем ходить туда. Но если майявади, они вроде веды перед собой держат, и многие думают, что вот веды там, что это санатан дхарма, и так люди будут одурачены и запутаны, но в итоге будут наказаны и не смогут обрести бхакти. И это более опасно. Они сольются с безличным Брахманом. А буддисты хотят тоже закончить свое существование подобным образом. Но наш Гаудия Даршан, согласно вайшнавам, и вот освобождение мукти, когда мы можем обрести подлинное мукти, мы можем обрести тогда, когда мы обретем бхакти, и тогда мы увидим свое подлинное вечное Я, и это будет настоящее мукти, когда мы достигнем вечного духовного мира.
Когда мы осознаем, что мы вечные слуги Кришны, и после этого Расататва и прочее, это другое, но мы должны почувствовать, что мы вечные слуги Верховного Господа, Джива Сварупа Хори Кришна Нитьядас. Если мы утвердимся в этом, то и почувствуем, что действительно так, то тогда можно сказать, что мы мукта. И тогда никакая материальная обусловленность не сможет находиться в вашей жизни. Но кто обретает такое мукти? Вначале мы должны обрести именно такое мукти. Иначе Харибаджа не сможет начаться. Вначале всего вы должны осознать, что вы вечный слуга Кришны. Всем сердцем должны осознать. И тогда майя, она не сможет сделать что-то плохого вам. Вы осознаете вашу сварупу и после этого избавитесь от влияния майя и утвердитесь в Харибаджане Харисеве, обретете сварупу ситхи. И вы осознаете сердцем. И после этого, поэтому Руни Рунти Дев обрел сварупу ситхи. И вот вы служите Верховному Господу в различной форме. Когда вы служите каким-то этим нищим собакам и прочим живым существам, если вы видите, что ваш вездесущий Верховный Господь находится в их сердце, и вы, памятуя это, служите им, это хорошо. И вот Парикшит Махарадж сначала обрел сваруп ситхи, а потом васту ситхи, когда он оставил свое тело и достиг духовного мира и вечного служения. Это зовется васту ситхи, когда мы обретаем духовное тело. И вначале смотрите и пытайтесь понять, что те, кто следует ведическим правилам и предписаниям, они говорят. Они сначала варнашам дарме следуют, вишну дарме говорится, что если кто-то следует варнашам дарме достойным образом, то вишну становится доволен ими. И если вишну... Если кто-то идеально следует варнашам дарме в течение сотни рождений, то тогда такой человек получает пост Брахмы. Понимаете, о чем я говорю? И можно удовлетворить Господа, конечно, но опять же, будет ли это чистой преданностью? И Господь захотел услышать более подробно, но Махашой начал говорить о Кармарпоне из Гиты. И вот почему Махапрабху опять говорит, что это внешнее. И те, кто следует варнашама дхарме, у них есть связь с всем этим остальным миром, и они что-то делают для того, чтобы Господь был доволен. Но когда мы совершаем кармарпон, когда мы отдаем все лотосным стопам Вишну, предлагаем ему все, то почему Махапрабху говорит, что это внешне, вроде бы они все посвящают Господу, но, я знаю, вроде не посвящают все Господу, но все равно внутри своего сердца они чувствуют то, что они делающие, и что это есть осквернение. И вот Рай Махашой говорит, хорошо, вы хотите слушать о садан садья-татве, и в процессе этого обсуждения я хочу сказать так, и Махапрабху говорит, это хорошо. И вот Махапрабху говорит, да, это хорошо, но это все равно внешнее. Поскольку кто-то, если и показывает такой кармарпон, но все же ложное эго там есть.
И вот говорится, когда кто-то следует кармарпону, то должен, нужно следовать так, чтобы никакого осквернения не возникало. Никакой корысти и прочего, но кто может следовать этому? И кармарпон значит также, это он нечист. И из Бхагаватам, из Шримад Бхагаватам Махапурана Рамахаша говорит, какова цель кармы? И вот я уже говорил, вот свартха значит это эгоизм, а если вы карму какую-то совершаете, он должен быть бескорыстный, бескорыстная карма. И какова цель кармы? Чтобы браманы, гуру были довольны, все остальные деваты. И в итоге, чтобы Хари был доволен, а если они недовольны, то это викарма, это акарма. И вот это не карма, поскольку внешне вроде вы следуете, но ваша цель нечиста. Вы совершаете карму и И вот если ваша карма, которую вы совершаете, не рождает отречение в вашем сердце, то это что-то не так там. Почему люди совершают карму? Для того, чтобы обрести отречение. И если вы непривязанность не развиваете с помощью кармы, как Шабари Муни, вот он совершил оскорбление, жил семейной жизнью, у него было 50 жен, и в итоге он почувствовал, что все бесполезно. Он развил отречение, непривязанность. И вот гуру Вайшнавы, дважды рожденные Хари, гоматы, коровы, випры, если мы не служим им, то в этом случае это неправильно. То, что не развивает ваше отречение, непривязанность, то есть это неправильная карма. И если у вас нет вдохновения служить браманам, дважды рожденным гуру Хари, то это бесполезно, что можно сделать. Севайи, живот мопи мрито хиша. И как немного, that Кардама Риши. И вот можно вспомнить, когда Кардама Риши жил с семейной жизнью. И вот он говорил так, и после Кашьяпа, Адити, Дити, они тоже в третьей песне Бхагаватам говорится с женой, вот он. Мы живем так, чтобы обрести отречение, непривязанность, и в итоге обрести бхакти. Если бхакти — это не наша высшая цель, то что толку? И вот эта дхарма — это не та дхарма. И поэтому Махапрабху говорит, что
чистая дхарма. Я хочу слышать больше об этом. И когда вы предлагаете все, яги, утапу совершаете и все остальное, и вот если у вас есть какая-то корысть, то если вы не привязываете, а если у вас не развивается привязанность, влечение к Хари, то что толку от такой деятельности? Такой человек вроде живет, но Шастра говорится, что он подобен мертвецу, поскольку его цель неправильная, и он не развивает стремление к лотосным стопам Вишну. Вроде какой-то дхармы они следуют, но неудачливы в этом. И Рай Махасой отвечает. И вот Махапрабху больше хочет услышать о более глубокой философии. И сегодня, на сейчас конец, и завтра я с этого начну. И вот из Брахма-самхиты можно вспомнить, я начал с этой шлоки. Это наша цель. Преманджана-чарита-бхакти-вилочанена Сантахо садайва хидаешу вилокаянти Ям сяма сундарама чинтагуна сарупам Говиндамади пурушам тамахам бхаджами Ванча калпатарвасике басинду бевача Патитанам павану бхавишна вью намо намах.